Здравствуйте, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании «Инфоурок». Представляю для вас важную программу повышения квалификации, оказания первой помощи детям и взрослым. Необходимая и очень нужная часть нашей жизни – это оказание первой помощи пострадавшим. Что из себя вообще представляет оказание первой помощи? Это, конечно, целесообразные, простейшие мероприятия, которые направлены на спасение здоровья и, возможно, жизни человека, который получил травму, например. Если эти мероприятия были действительно верными, правильными, четкими, то это помогает не только сократить время лечения, но и может быть решающим моментом для спасения жизни пострадавшего человека. Первая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия до прихода, приезда врача и направлена на прекращение воздействия травмирующих факторов, проведение мероприятий, которые направлены на купирование опасности для жизни и предупреждают опасные последствия шока, инфекции, кровотечения, травмы, обеспечивают быстрейшую доставку пострадавшего в больницу. Принципы, которыми должен руководствоваться тот, кто оказался рядом и на кого оказывается такая ответственность, это, конечно, быстрота, это, я уже говорила, целесообразность и правильность в действиях. И, конечно, решительность, обдуманность и спокойствие. Выбор способов и методов помощи будет зависеть от, конечно, характера происшествия, но обозначенные принципы должны быть общим правилом в любом случае. И умение оказать первую помощь пострадавшему было востребовано в любые времена, поэтому каждый из нас должен приобрести, изучить сущность, последовательность, правила и принципы этой первой помощи, потому что от этого может зависеть человеческая жизнь. Будьте здоровы и в то же время готовы ко всему, и мы ждем вас у нас на повышение квалификации.